зовут Ольга. Я на самом деле увлекаюсь разными бобовыми культурами. Мне кажется, что продукция этой фирмы очень интересна. В частности, вот я нашла для себя здесь кино. С ней я познакомилась в своем большом путешествии по Перу. И узнала, что насколько это питательный продукт. Люди, живущие там, они используют его повседневно. И на самом деле, не зря, они знают в этом толк. Я думаю, что мы незаслуженно не знаем об этом продукте. Нам надо ввести его в рацион. Вот, пожалуйста, он есть на прилавках.